У мусульман в эти дни проходит самый главный и почетный месяц лунного исламского календаря – Рамадан. Это время поста и великого поклонения, проявления щедрости и благотворительности, укрепления родственных и дружеских связей, оказания помощи неимущим, сиротам, вдовам. Ямальские мусульмане держат пост по графику тюменских мусульман, потому что наступили белые ночи. Напомним, с восходом солнца в Рамадан мусульмане перестают принимать пищу и воду, с заходом проводят разговение. В этот месяц на совместную трапезу мусульмане приглашают друг друга в гости, навещают родных и друзей. Хочется поздравить сегодняшний день каждого мусульмана, который находится в Надыме и Надымском районе, чтобы Аллах Субхана Тааля принял их посты и начался месяц Рамазан с благой, с терпением, с сабром, и чтобы других вер или других людей, которые сегодняшний день живут у нас в Надыме, были благополучие, было у нас мир и терпение, было, чтобы у нас по-соседски всегда было хорошо.